Здравствуйте. Моя бабушка и дедушка воевали, блин. Бабушка в блокадном Ленинграде была блокадницей, была военно обязанной, работала в аптеке, медицинский работник. 40 лет она отработала в одной аптеке, спасала людей, 2 километра ходила до воды, вытаскивала туда воду, блин, это до фонтанки, блин. До Невы это 8 километров, это туда не дойти. Дедушка работал, был в разведке. Вот, дошел до Кёльна, вернулся к бабушке, блин, и все получилось хорошо. Прожили долгую жизнь. Вот, похоронил я дедушку и бабушку на кладбище в Питере. Вот, и мне разрешили туда заезжать на мопеде, чтобы их навещать, потому что у меня нога болит. И я туда заезжаю иногда время от времени, блин, чтобы напомнить и поговорить с ними на могилке. Я не буду вам рассказывать про страшные истории, блин. Просто я это дело помню, потому что это мои родные, блин. А если кто-то не помнит, ну, это их дела, блин. Я не знаю, как по-другому сделать, блин. Я помню. Я помню, что это наше прошлое, блин. И какое наше прошлое было хорошее, блин. А может быть и не очень, блин. Но я верю, что у нас будет замечательное будущее, блин. Может быть, я что-то сейчас наговорил, что-то не то, блин. Я верю, что все будет хорошо. А иначе зачем жить? Я верю, что все будет хорошо. Вы слышите меня? Все будет хорошо. Хотя бы несколько минут у каждого человека было счастье. Счастье — это тогда, когда любишь женщину любимую. И ты в нее кончаешь, это счастье, блин. Это любовь. Счастье — это когда, блин, ты идешь по улице, блин, а это родная улица, блин. Это счастье, блин. Потому что ты знаешь, что тебя здесь никто не тронет, потому что это твоя улица, блин. Счастье — это когда это твой мотоцикл. Мотоцикл, блин. И твоя машина, блин. И это счастье, блин, потому что ты можешь передвигаться куда угодно. Ребята, вы поймите меня правильно. Это именно, вот именно это счастье, когда ты смотришь на небо, небо голубое, блин. И тебе некуда бежать на работу, какой-то ерундой заниматься, блин. Ты посмотрел на небо, сел на скамеечку, посмотрел, блин, какой же это кайф от того, что, блин, небо голубое, а трава зеленая. Вы, наверное, меня не поймете, блин, потому что вы все гоняетесь за деньгами, блин, а на самом деле денег-то много и не надо, блин. Денег надо только на то, чтобы чуть-чуть сверху на поддержание штанов. Вот и все. Зачем ломать свою жизнь, зачем ломать свое здоровье, блин, на кого-то, на какого-то дядю. И еще хуже становиться самим этим дядей, блин, для того, чтобы ломать чужие судьбы, блин. Я все это и с той стороны прошел, блин. Я и был начальником, я и был подчиненным, блин. У меня работа была, я начинал каждую работу с профессии, блин, со своей, блин. Я подметал, блин, что-то, блин, знаешь, вот с самого начала, блин. А заканчивал, что, блин, руководил, блин. И так 4 раза с каждой профессией, блин. Вы поймите, что это не самоцель. Самоцель, чтобы у тебя мозги были на месте, блин.
и чтобы ты сам был счастлив внутри себя, блин. Ребята, вот почему нужна нормальная баба, блин, а не все эти ерунды всякие, блин. Вот почему нужно жить с нормальными женщинами, блин. А вот как ее найти, может подсказать только правильный путь. Если ты правильно идешь по этой жизни, тогда и тебе, блин, подсказки будут на каждом шагу. И тебе поможет сама ситуация выбрать правильную женщину. Ладно, я, наверное, немножко заигрался, блин. Давайте, всем удачи.